Дядьона Кульяна, середня школа номер 3 города Крупки, вучениця 11 класу. Аркадь Куляшов, балада в 4 заложниках. Их ведут по житней стяжинце, 4 под конвоем, с дому, 14 старейшей девчинцы, 3 годы хлопчуку малому. Разом з ними у подвал холодный гонят тетку, сестру миная. А Минай — это батька их родный. Батька родным мстился народный. Пиша ворох об ему газетах, об червоной бригаде ягоной. По усих былых сельсоветах клеют новый загад суровый. Со слупов, со стен оканицев погрожают Минаю загадом. И он повинен скорыться, з'явиться, сдаться у руки фашистским уладам. И висить той загад друкованный на Минаевой хате и клете. А не з'явятся расстреляны, будут завтра заложники, дети. У чакані смяротного часу у подвале дети Миная. Зимі тетка их родная разом, ей так само расстрел погрожая. А чому нас вартуют солдаты? Знать маленькому хлопчику треба. А чому не пускают за крату, за якими и солнце, и небо? А ти скоро нас вызвали, татка? Скоро, тетка говорит малому. Татка прийде и всім нам, дитятка, волю дасть, и мы пойдем до дому. А чому не приходит он? Сыну тяжко усе растлумачить одразу. Спи, засни, сутешая женщина, у чакання смяротного часу. Тетка детям, уклавши малого, каже правду про лёс их суровую. Не повинен ведать ничего, только меньше, сын трехгодовый. Вы ничего ему не кажите, навучая детей Миная. Сыну сне говорить об жите, по якому пойде до дому. У острожной, тревожной тиши снятся краты меньшему сыну. Тут и мокрые стены, и мыши. Татка, татка, забыл нас, покинул. Спи, засни, сутешая кабета. Спи, сынок, не твоя эта справа, спи. Наш татка не прийде, на гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўзыходзіць, заспявалі жаўранкі ў полі. Іх выводзяць салдаты за краты, хлопчык рады сонцу і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе, цэліць катульняныя галовы. Пачынае сына Міная, стрэл, упаў хлопчук трохгадовы. Каты зноў пісталету знімае, на сцяне заложніка ў тені. Вось і ўсё. Перад бацькам Мінаем станьце ўсе бацькі на каленях.